История предприятия «Общество с ограниченной ответственностью Липецкое производственное объединение «Электроаппарат» Всероссийского общества слепых» начинается в 1944 году. В это время на базе мастерской формируются учебно-производственные предприятия со структурой машиностроительного направления. В начале 70-х годов 20 века на предприятии создаются участки прессового оборудования и гальванопокрытия. Появляется возможность ремонта техники и ее технологической оснастки. Это позволяет организации специализироваться в то время на выпуске низковольтной аппаратуры ПН-2. В 80-х годах на предприятии осваивается литье пластмассы и начинается выпуск шнуров питания для бытовых приборов. Однако тяжелые 90-е годы экономической и политической нестабильности в государстве приводят к резкому падению производства. Это, в свою очередь, поставило под вопрос дальнейшую судьбу предприятия. Тем не менее, выход был найден. В 2000 году было решено пригласить на предприятие новый состав профессиональных менеджеров и технологов, благодаря которым политика управления и организация производства были кардинально пересмотрены. За 9 лет работы, начиная с 2001 года, на основе технического перевооружения, за счет грамотного распределения внутренних резервов, полноценного использования ранее незадействованных площадей, установления новых партнерских отношений с потребителями, объем производства увеличился с 35 до 300 миллионов рублей. Вместе с развитием производства и продвижения товара на предприятии активно развивается научно-исследовательская работа в области совершенствования технологий производства, условий труда и освоения новых изделий. За этот период осваивается производство полной гаммы низковольтной аппаратуры, сетевых шнуров различной модификации, электропатрона и серии выключателей. На предприятии организуется линия сборочного производства управления и освещения холодильников. Параллельно открывается выпуск жгутов для сложно-бытовой техники и схемных жгутов для автотранспорта. Создаются участки для производства ряда штампованных изделий из металла и выпуска картонно-бумажных изделий. Благодаря выпуску всей номенклатуры предохранителей до 1000 вольт, предприятие выходит на лидирующую позицию на рынке продаж низковольтной аппаратуры. В 2005-2006 годах реализуются инвестиционные проекты по внедрению новых технологий, среди которых есть уникальные, не имеющие аналогов в России комплексы. Приобретаются такие технологии законченного цикла, как автоматизированные линии гальванопокрытия, линия переработки кабельной продукции. Приобретается и вводится в эксплуатацию лабораторный комплекс контроля качества электрических соединений. Период развития производственного объединения «Электроаппарат» с 2007 по 2009 годы следует выделить отдельно. Его можно считать следующим существенным шагом в будущее. 2007 год отмечается резким расширением производства в связи с ростом объема и состава заказов. Приобретаются автоматы для линии резки и обжима провода, а также новый термопласт-автомат повышенной мощности для увеличения номенклатуры и объемов литья пластмассовых изделий. В 2008 году предприятие получает европейский сертификат VDE на шнуры питания. Вместе с этим проведены аудиты организации представителями большинства брендов-производителей бытовой техники, действующих на территории Российской Федерации. Среди них такие торговые марки, как Bosch, Siemens, LG, Electrolux, Vestel, Kandi и многие другие. Продолжается политика технического перевооружения и увеличения мощностей. Приобретается вторая линия резки провода и второй вертикальный термопласт-автомат. В 2009 году сохраняется развитие производственных технологий предприятия в направлении литья изделий из пластмасс. Вводится в эксплуатацию шестой термопласт-автомат, позволяющий отливать изделия с закладными элементами. Сегодня производственное объединение «Электроаппарат» является современным высокотехнологичным предприятием, чья продукция соответствует высочайшим стандартам качества как России, так и Европы. Мы установили партнерские отношения с ведущими отечественными и зарубежными компаниями. Несмотря на высокую конкуренцию и мировые колебания экономики, наше предприятие сохраняет свои позиции на рынке за счет грамотной маркетинговой политики, высокоэффективного менеджмента и использования уникальных технологий. Наша главная цель –
Долгосрочное, обоюдовыгодное сотрудничество по выпуску и поставке высококачественной продукции, которая соответствует всем предъявляемым к ней техническим и функциональным требованиям, гарантирует полное удовлетворение потребностей наших заказчиков. Производственное объединение «Электроаппарат». Мы будем рады видеть вас в числе наших партнеров.